Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы с вами посмотрим на модификацию для игры Euro Truck Simulator 2. Это у нас Peterbilt. Peterbilt 386. Мы его, кстати, в прошлом ролике видели. Видели его, он уже катался, так скажем. Зачем вот здесь вот сзади подсветка? Непонятно. Peterbilt я уже, знаете, рассматривал такую модификацию, но он был совсем другой. И сейчас мы, естественно, сразу же избавимся от шоколадного цвета. Клёво. Да, клёво. Нихера, так у него тут свои наклейки всякие. О, прикольно. Класс. Просто шикарно. Давайте я вот эту возьму. Брутальная такая. Итак, поехали. Внешний вид. Внешний вид выглядит замечательно. Честное слово, понравился. Выглядит видочек, знаете, такой прям вообще обалденно. Вы посмотрите, сколько миллионов полигонов. Тут на одно крыло ушло, наверное, 1200-300 полигонов. Но все равно, вот она, просматриваются вот эти вот ребра. В некоторых местах они просматриваются. Но это так уже, придирка, так скажем. Не буду сильно акцентироваться на этом. Cut Logitech. А, логистик. Логистик. Logitech. Вот. Видок внешний отлично. Рама отвратительно. На раме вообще текстуры нету. Соответственно, она полностью черная. Текстура отсутствует, в принципе, на раме. Вот знаете, мододелы сделал хороший мод, но, сука, что-нибудь, да какой-нибудь косяк в любом случае найдется. И в данном случае это рама, шасси. Ну какого хрена ты шасси-то не покрасил, текстурку-то не нанес, хотя бы какую-то маломальскую. Сам-то Петя неплохой достаточно. Я надеюсь, он в Спинтайрос приедет в ближайшем времени. Вот. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. Шасси, кабина у нас нету. Движка. Движка у нас идет 700 лошадок, евро 5. И у нас идет 750 лошадок. Мы возьмем 750. Коробка с 18 скоростей. Да, о, нихера, клево. Клево, вы смотрите, даже на полике написано Peterbilt. Охренеть. Не, ну прям вообще автор подошел клево. Подошел вообще классно. Вы смотрите, детализация какая, охренеть. Текстурка прямо к текстурке лежит. Обалденно, конечно. Видно, что постарался, но, блин, очень так старался, видимо, что все силы ушли просто тупо на проработку, детализацию кабины. Нет, чтобы раму покрасить, шасси. Ну да ладно, выглядит все это замечательно, все прикольно, великолепно, все обалденно, я бы даже сказал таким грубым словом. Так, цвет мы не будем менять. Поехали смотреть висюльки. Висюльки. Зеркало. Какое нахер зеркало? Здесь же нет зеркала. А здесь показывают, что есть зеркало. Не знаю про какое-то зеркало. Боковые зеркала тоже отсутствуют. И все, висюльки закончились. Собственно, вот все, весь апгрейд, так сказать, этого грузовичка, это заключается в том, что его перекрасить. Просто покрасить его и все. Вот. Ну, колеса ставим, естественно. И сейчас поедем на предприятие куда-то, куда-нибудь на предприятие заедем, подцепим какой-нибудь красивый к нему прицеп. Брутальный, классный прицепик. Че это за херня? Не видно. Что-то такое вообще непонятно. Зеркала не ставятся. Зеркала одни, и они
прикручены намертво. Итак, скриншотик. Рассусоливаться не будем здесь больно. Скриншотик на превьюшечку. Окей. И погнали. Так, принять. Ну не, ну красиво прямо. Вообще выглядит так классно. Кстати, он находится в автосалоне Ивеко. Поехали. Купить. Купить. Так. Вот так. Вот сюда. Окей. Погнали. Закрыть. Зачем вот это нужна-то херобора-то? Закрыть, открыть еще. Клево. Подсветочка. Да, подсветка приборной доски присутствует. Дворники. Почему-то мне, я говорю, постоянно пишут про дворники. Работает. Работает. Подтверждено. Ау, да что ты так, какие-то пролипы-то появляются. Прямо действительно как какие-то провисания вообще чудовищные. Просто чудовищные. Итак, погнали. Именно в салоне почему-то провисание. Это вот версия 1.21 у меня стоит. Действительно провисания жесткие. Так, фирма у нас нормально. Звук классный. Не знаю, это дефолтный звук или не дефолтный. Я не на всех, потому что машинах ездил в этой игре. Поворотник работает? Работает. Окей. О, подгрузилось. Поехали. Не, ну классно смотрится. Просто обалденно. О-о-о! Гудка нету, я гудок ловил сейчас. Нету гудка. Кстати, когда включаем заднюю передачу, пика нету. Не пищит. Мне кажется, звук у него свой. По крайней мере, мне так... Стопэ. Датчики, кстати, работают. Да что за пролипания такие? Да, кстати. Стоп. Во, так вот. А то далековато где-то сидит он. А вот так вот нормально, в самый раз. Пролипание просто чудовищное. О, Петька. Такой же, как и у меня, поехал. Они, кстати, катаются, вот эти Петербилды. Это не может не радовать. И они часто встречаются. Вот в чем дело-то. Очень часто встречаются здесь. То есть вон там, по-моему, тоже Петька едет. Они теперь все, походу, Петербилды стали. Все машины стали Петербилдами. Сейчас догоним того и посмотрим. По-моему, он тоже Петербилд едет. Разгоняется потихоньку, но разгоняется, так скажем. Да, это Петербилд тоже, только белый. Здорово! Кстати, сигнала нету на данном автомобиле.
Может быть, отдельно улитки надо ставить. Да, смотрите, здесь Петербилд. Одни Петербилды, короче. Одни Петербилды ездят. Больше никаких машин нету. Сейчас на шоссе выйдем, посмотрим. Действительно ли Петербилды только гоняют теперь? Да, вот там он тоже Петербилд. И там тоже. Да. Он все машины заменяет, короче, Петербилд. Красавчик вообще. Это хорошая машина. Одни Петербилды будут ездить. Вот. С вами был Карабаш-74. Такой вот юмористический, ну, с сарказмом, так сказать, обзор получился. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребят, ставить лайки. Всем удачи. Всем пока. Прикольный Петербилд.